привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Делаю краткие видеообзоры сортов перца при высадке. Вот я уже описала скороспелый венти, потом среднеранний ласточку, теперь дошла до крупного патриция. Я иду так, потому что я высаживаю сначала мелкие, потом средние, потом крупные. Вот эти крупные перцы, конечно, их нужно высаживать всегда на заднем плане, потому что, чтобы они не загораживали солнце другим. Сейчас прочитаю краткое описание. Вот, патриция, среднеранний сорт, срок созревания 110 дней, плоды трапециевидные, 200-240 грамм, мясистые, толстостенные, сочной ароматной мякоти. Окраска темно-зеленая технической спелости, биологически желтая. Но тут написано 240 грамм, они вырастают у меня намного больше, огромные перцы с толстыми стенками, видите, даже на картинке здесь. Но вот я сажу свои семена, сею, они даже превосходят вот это все описание, потому что очень-очень крупный перец. Он даже сейчас видно, если сравнить вот ласточку, которую я до этого описывала. Видите, даже визуально видно, хотя ласточка уже с перчиной, уже взрослая. Насколько меньше она вот этого перца. Этот перец будет как маленькое деревце, метр и даже больше. И плоды за 300 грамм очень мясистые, очень такие тяжелые, сочные. Ярко-желтые будут осенью. Такие, ну не знаю, вот самый вкусный, мне кажется, перец. Прям сок брызжет из них. Вот я высаживаю сейчас патриция. Он уже с плодиками, значит, его тоже ждать буду недолго, в июне. Потому что, я еще раз говорю, землю готовлю заранее, семена у меня свои, и все это вместе как сходится, все эти факторы, если благополучные, то урожай очень хороший. Все эти семена, и патриция, и венти, и ласточка, у меня будут нынче в каталоге. Кто хочет попробовать вырастить эти сорта из моих семян, пишите, заказывайте. Семян хватит на всех. Кого интересуют подробности, у меня написаны статьи о всех этих сортах перца на моей странице в Одноклассниках. Набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Прочитайте, изучите. И если вас заинтересует, осенью можете мне написать, заказать семена. Семена очень недорогие, но вы не пожалеете, если посадите на своем участке эти сорта перцев. До свидания.